Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре 13 февраля, киевское время, 19 часов. Оперативная обстановка сложилась следующим образом. Противник несет значительные потери, особенно в живой силе. Ну, мы это видим по сводкам Генерального штаба. Сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гриниковка Харьковской области, Кременная, Белогоровка Луганской области, Федоровка, Бахмут, Ивановская, Клещеевка Донецкой области и Железнодорожная в Запорожской области. В то же время противник нанес 4 ракетных удара и совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений обстановка не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов за прошедшие сутки. Это была Сумская и Харьковская области. На Купянском и Лиманском направлениях там продолжаются позиционные бои. Враг ведет наступательные действия от Площанки и Кременной. Вот в районе этих населенных, от этих населенных пунктов противник пытается атаковать наши позиции. Ситуация тяжелая, контролируемая. Все попытки продвинуться вперед российских войск нашими войсками отбиты. Линия фронта без изменений. На Бахмутском направлении тут враг оказывает давление на Просковьевку с трех сторон, но безуспешно. Можно предположить, есть основания полагать, что трасса на Славянск перерезана, но насколько это соответствует действительности, мы подождем подтверждения со стороны официальных источников, например, Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В самом городе не прекращаются штурмы, противник подтянул дополнительные резервы в живой силе и усилил артиллерийскую подготовку. Стабилизационные меры по сдерживанию трассы на Константиновку принесли хороший результат. Трасса остается под нашим контролем, противник остановлен и уже которые сутки никакого продвижения в направлении трассы у противника не получается. Ну, вопрос живой силы. Вот здесь надо отметить, что, ну, в принципе, мы об этом постоянно говорим с вами. Это единственный ресурс, который в России на сегодняшний день считается неисчерпаемым. То есть они могут мобилизовать столько людей, сколько будет необходимо. Убьют этих, они мобилизуют следующих. И пропаганда вторит ситуации и поддерживает эту ситуацию в том плане, что не цените свою жизнь, идите умрите за царя и отечество. Не ходите за царя, умирайте за отечество. Вот по такому принципу сегодня действует пропаганда, и, к сожалению, пока еще пушечного мяса у Российской Федерации предостаточно даже, можно так сказать. На Авдеевском и Новопавловском направлениях без изменений. Очередная неудачная попытка противника наступления на Красногоровку провалилась. Усилилась артподготовка со стороны российской артиллерии на всей линии фронта. Ну, что надо отметить, что, к сожалению, по артиллерии мы пока даже паритета не достигли. Здесь они сосредоточили вот от Кременной до практически до Марьинки. Тут сосредоточено огромное количество артиллерии. Они стянули все, что можно сюда стянуть. И
Пока что по артиллерийским налетам, ну, я бы не сказал, что они есть, конечно, снижение по сравнению с летом, да, но в общем количество артиллерии и количество боеприпасов, выкладываемых на грунт, конечно же, огромное, просто огромное, и они за счет этого пытаются продавить нашу оборону. На запорожском направлении было зафиксировано присутствие противника в населенном пункте Лобковое, это Запорожская область, и оно находилось в серой зоне. Вот, сейчас будут, скорее всего, будут вооруженные силы реагировать на это появление, и сначала надо выяснить, в каком количестве они там появились, может быть, это разведдозор обходит или проверяет серую зону между позициями нашей стороны и стороны противника. На Херсонском направлении без изменений. Там продолжаются артиллерийские обстрелы правого берега. Наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу. За прошедшие сутки под огонь российской артиллерии попало более 20 населенных пунктов, в том числе и город Херсон. Противник усилил артиллерийские удары по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой области. Но это то, что я вам и говорил, что активность российской артиллерии возрастает. Они понимают, что они не могут продавить или прорвать нашу оборону. Даже таким огромным количеством людского ресурса они пытаются это сделать с помощью огневого воздействия. Но уже такой огневой вал, как это было летом, еще раз повторюсь, уже не получается. Есть огневые налеты, они усиливаются. Но вот скажу, что по качеству стрельбы они очень сильно деградировали. Даже по сравнению с летом. Если летом они могли создать огневой вал и идти строго прямо по нашим позициям огнем артиллерии, и следом за огневым валом шла пехота, и нам было очень тяжело, мы вынуждены были отходить, чтобы не положить там людей, то сегодня огневые налеты артиллерии, они даже не всегда попадают по нашим позициям. Иногда наши бойцы сидят в окопах и считают только разрывы, которые ложатся где-то в стороне. То есть качество работы артиллерии российской резко упало, что не может не радовать. Далее, достаточно угрожающее, это как вывод можно сделать, что за вот прошедшие сутки у нас усиление артиллерийских ударов вдоль всей линии боевого соприкосновения в Донецкой области. Достаточно угрожающая ситуация складывается в Просковеевке, так как поселок находится в низменности. И получается, что российские войска с господствующих высот простреливают практически весь поселок. Это очень, очень тяжело его удерживать в таких условиях. Враг еще не испытывает дефицита в живой силе. Это то, что я вам сказал. Они везут, просто грузовиками подвозят живую силу. Поэтому имеющаяся динамика боевых действий сохраняется. То есть активность атакующих действий врага, она сохраняется нам уже на протяжении практически нескольких недель. Важно положение южного фланга Бахмутского балкона. Здесь уже просматривается относительно стабильная линия боевого соприкосновения. То есть линия фронта на южном фланге Бахмута становится стабильной, укрепляется и контролируется вооруженными силами Украины. То есть прорыв со стороны вот этого Бахмутского балкона на сегодняшний день становится все менее и менее возможным со стороны российских войск. Далее, по обстановке на оккупированных территориях. Для усиления контрдиверсионных мер на временно оккупированных территориях Херсонской области противник направил туда около 200 военнослужащих российской гвардии. То есть они подтягивают гвардию, подтягивают подразделения ФСБ для обеспечения комендантской службы на оккупированных территориях. Их расселили на территории базы отдыха «Чайка» в населенном пункте «Лазурная». А для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей. То есть они боятся, чтобы местные жители не сдали места проживания российских солдат и таким образом пытаются их запереть в этом населенном пункте.
Из-за низкого уровня обеспечения земным обмундированием с января текущего года значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей. Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% раненых. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, одну позицию системы противовоздушной обороны и 3 состава боеприпасов противника. По состоянию на утро сегодняшнего дня в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп которых может составить до 16 ракет. Вот такие вот военные новости произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Что касается военно-политических новостей, ну, сегодняшний блок военно-политических новостей вокруг Украины и внутри нашей страны надо начать с того, что в Брюсселе началось заседание в формате «Рамштайн». И это 9-е заседание в этом формате, и в принципе, ну, как-то удивительно оно прошло без такой подготовительной помпы, как предыдущее, но тем не менее оно не менее важное, чем предыдущее заседание. Как обычно, по традиции возглавляет делегацию Украины на этом формате министр обороны Украины. И главные вопросы повестки дня этого заседания в Рамштайне следующие. Защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы, то есть боевой авиации западных стран, развитие танковой коалиции, то есть те, кто поставляет нам танки, формирование запаса прочности по боеприпасам, это очень больная тема и требующая решения, тренинговые программы для наших воинов. Я напомню, что наши воины сейчас проходят, ну, очень многие страны берут на обучение наших военнослужащих. Стабильность поддержки, логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация военного шенгена. Видите, даже такой получился термин, что военный шенген, это, я так понимаю, это объединяет те страны, которые не просто передают нам оружие, но и берут его на содержание. Так что по заявлению министра обороны Украины есть оптимизм. Он провел ряд переговоров с партнерами накануне саммита, и их вовлеченность и поддержка дают основания для оптимизма. То есть вопрос авиации и ракет может быть решен в ходе этого Рамштайна. Ну, не ожидайте там сенсации после его окончания, он продлится 2 дня, сегодня и завтра, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО. Я думаю, что даже если будут приняты какие-то ключевые вопросы, то о многих из них мы вряд ли с вами узнаем. Скорее всего, потом, позже, постфактум, когда они будут уже выполняться. Но, тем не менее, ожидаем и надеемся на самое лучшее. Как обычно, это поступают здравомыслящие люди. Следующая новость не совсем приятная для нас. Она говорит о том, что Иран поставил в Российской Федерации новые модели своих беспилотников. Об этом пишет газета The Guardian. Все-таки сотрудничество продолжается, какие бы усилия ни прилагали, но, видимо, обязательства Ирана намного важнее для самого Ирана, чем международные санкции, перед Российской Федерацией имеется в виду, чем международные санкции или позиция, международная позиция стран, в том числе и тех, которые наложили санкции на Иран. Ну вот Иран поставил. Газета сообщает о том, что с ноября месяца 2022 года Иран поставил Российской Федерации 18 ударных беспилотников нового типа, 12 Шахет-129 и Шахет-191, а также 6 единиц Махаджер-6. Утверждается, что эти дроны были
выбраны российской военной делегацией во время ее тайного визита в Тегеран осенью этого года. В принципе, по характеристикам они отличаются только скоростью и весом боевой части. Боевая часть до 50 кг, скорость до 300 км в час. То есть, если шахет 180, максимум 200, то эти беспилотники уже до 300 км в час. А так, дальность полета тоже примерно такая же. Единственное, что высота полета уже намного больше, до 6,5 тысяч метров. Они могут применяться. Пока что мы встречали, я так понимаю, Махаджер 6, его аналог сбивали уже на территории Украины. Ну, посмотрим, вот шахеды 129 и 191, на пока такой информации не было. Когда будет применяться и где, увидим. Следующее. Дания отчиталась о том, что закончила передачу Украине всех имеющихся у нее гаубиц «Цезарь». Насколько я помню, там было 17 гаубиц. Чуть меньше, на одну меньше, чем в штатном дивизионе. Так что нашего полку прибыло, артиллерии у вооруженных сил Украины побольшило. Далее. Молдова. Молдова сейчас очень многих волнует. Там ситуация не совсем стабильная, я бы так сказал. Я не скажу, что там критическая или какая-то, но не совсем стабильная в связи с уходом правительства в отставку. Есть очень много разговоров. И плюс Россия, Лавров в своем интервью, в одном из своих интервью недавно анонсировал, что Молдова может стать следующим государством после Украины для распространения влияния России и решения тех задач, которые Россия перед собой ставит, а именно оккупацию всей Молдовы, объединение ее с Приднестровьем и возвращением под контроль в состав Российской империи. Так вот, во время своего европейского турне в Брюсселе президент Зеленский заявил, что он передал президенту Молдовы Майи Санду все данные нашей разведки, которые были собраны относительно попыток дестабилизации по ситуации в Молдове. И вот Майя Санду заявила сегодня, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове. Это она сделала официальное заявление. Россия планирует с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории напасть на правительственные здания и сменить власть в республике. Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции по правилам въезда в Молдову для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, заявила Санду. Вот. Но у них единственный коридор для въезда это либо через морской порт на Дунае пассажирскими перевозками. Хотя на сегодняшний день я не уверен, что такие производятся. В связи с тем, что работает зерновая сделка, да, торговые суда идут, сухогрузы, грузовые суда, вот так правильнее сказать будет. Вот. А вот насчет пассажирских не уверен, что сегодня это действует из соображений безопасности. Вот. Но остается еще воздушный коридор через аэропорт Кишинева могут заезжать иностранные граждане вплоть до того, что по поддельным документам. Не забывайте, что Россия как государство обеспечивает и проводит эту специальную операцию, поэтому изготовление фальшивых документов может производиться на уровне спецслужб Российской Федерации. А это я вам скажу, что вот довольно качественный продукт, и отличить его от настоящего практически невозможно. Иногда он бывает действительно настоящим в том плане, что бланки паспортов или там других документов могут быть либо украдены, либо выкуплены с помощью коррупции и так далее. Так что да, существует нестабильность ситуации в Молдове, но посмотрим, как дальше будут развиваться события. Главное, чтобы теперь
молдовские спецслужбы Молдовы были в состоянии отработать все эти вопросы, которые вот перечислила в том числе и Майя Санду. Санду в своем выступлении, в своем обращении на основании разведданных, предоставленных им. Там же даже она говорит, что все логистические аспекты организации и в ее подрывной деятельности все указано. Вот. Места, пути перемещения, места хранения, там, сборов и так далее и тому подобное. Так что будем надеяться, что Молдова справится с этой ситуацией. Далее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что Альянс может предоставить Украине современные боевые самолеты для самозащиты, заявил генеральный секретарь НАТО. В то же время генсек отметил, что союзники по НАТО не будут вмешиваться в войну, которую Россия развязала против Украины. И он провел брифинг, и на брифинге, и из его брифинга можно сделать следующую выжимку. Ключевые тезисы брифинга генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга следующие. Первое. Поставки военных самолетов в Украине будут обсуждаться во время встречи министров обороны членов НАТО, стран-членов НАТО. А я напомню, что консультации, как раз именно эти консультации на уровне министров обороны начнутся сразу после окончания конференции в формате «Рамштайн». Там же в Брюсселе, там же в той же штаб-квартире НАТО. То есть они, правда, не 14-15 числа будут проводить консультации, которые вот могут нам вот такой подарок и сделать. Далее, снабжение авиации не сделает Североатлантический альянс стороной конфликта. То есть это обычные поставки оружия, как любым другим странам. Пока самолеты не являются приоритетом, гораздо важнее поставка уже согласованной военной техники, в частности бронетехники. Вот. То есть то, что сейчас поставляется, это у них в приоритете. Темпы поставок боеприпасов в Украину в разы превышают возможности их производства, поэтому Альянс должен увеличить объемы производства, чтобы их запасы не иссякали. Сейчас темпы поставок боеприпасов они покрывают за счет запасов. И разница между производством и расходованием, она существенная. Поэтому, скорее всего, будут запускать производство снарядов. Украина и Россия находятся на стадии война логистики. Именно поэтому союзники должны как можно скорее отправить военную помощь Киеву. То есть там это понимают. Теперь надо, чтобы они это быстро сделали. НАТО предполагает, что неизвестные шары над Соединенными Штатами связаны с активизацией разведки Китая и России. Вот такие вот основные тезисы прозвучали в его брифинге, который вот состоялся сегодня утром. Надо также отметить, что в Соединенных Штатах там продолжается вот эта эпопея с шарами. Какой-то неизвестный объект опять сбили боевые самолеты, были подняты истребители над воздушным пространстве Соединенных Штатов. Сейчас будут разбираться, будут собирать обломки, разбираться, что за объект и небольших размеров с маленькую машинку. Вот так было сказано. Вот. Поэтому, ну, кто-то тоже, видно, достает. Ну, скорее всего, судя по тому, что эти объекты прилетают со стороны Чукотки, то есть Российской Федерации, то вполне возможно, что это может быть разведка России и Китая совместно проводит эти операции. Ну, еще одна такая новость очень интересная. Посольство Соединенных Штатов в Российской Федерации призвало американцев немедленно уехать из страны. Не въезжайте в Российскую Федерацию из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину. Угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничение полетов в Россию и из России, говорится в сообщении американского посольства. Также указывается, что граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть эту страну. Аналогичные сообщения посольство публиковало и ранее, в начале российско-украинской войны, 5 марта 2022 года и в июле прошлого года, в период обострения боев на Донбассе. Ну,
Сейчас опять ожидается обострение, в том числе в боевой обстановке. Поэтому посольство США, и видите, ситуация усугубляется еще и внешней и внутриполитической конъюнктурой в Российской Федерации. Там как внутри начинается брожение в сторону того, что делать, кто виноват и что делать. Два из вечных вопроса. России, они наконец-то становятся во главу угла и становятся главными на повестке дня Российской Федерации. Кто виноват и что делать. За ними следует русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Так что ждем мы на пороге больших событий внутри Российской Федерации. Такой вывод, во всяком случае, можно сделать из общей обстановки, которая складывается в Кремле. Особенно между башнями Кремля, как мы раньше любили говорить, начинается большая турбулентность. Ну что ж, на этом военный и военно-политический блок нашего видео мы заканчиваем. По традиции я делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Расскажите, что происходит с танком при наезде на танковую мину. Почему иногда бывает, что танк не получает никаких повреждений и едет дальше? Или просто получает повреждения гусеницы, а экипаж спокойно покидает машину? Разве танковая мина не предназначена, чтобы полностью уничтожить танк? Нет. Обычная стандартная танковая мина не в состоянии уничтожить танк. Максимум, что она может сделать, это вырвать кусок трака и как максимум два катка. Опорные катки, которые идут по нижней части трака, на которых фактически едет танк. Вот их может вырвать. Один или два катка вырывает. Танк разувается, у него спадает гусеница, естественно, он лишается подвижности. А неподвижный танк на поле боя – прекрасная мишень для противотанковых средств. Стреляй, не хочу. Кстати, во время Второй мировой войны использовали такую методику. Противотанковые ружья били по траку, перебивали гусеницу, танк разувался и начинал крутиться на месте. Так вот, когда он поворачивался бортом или кормой, там самая слабая броня у танка. Его били, либо пушка била, либо тоже противотанковое ружье перезаряжали быстренько, ПТР так называемый. Били в борт, там где пробивали броню и, соответственно, поджигали танк. Либо били в корму, там где двигатель, тоже выводили из строя этот танк. Но для того, чтобы поразить экипаж внутри танка, надо повредить сам танк, корпус танка. Для этого придумали так называемую противоднищевую мину. Это мина с кумулятивным зарядом, которая взрывается от того, что ее антенна, а антенна представляет собой такой колосок, замаскированный под высокую траву, под колосок, она ставится, и когда танк днищем касается этого колоска, происходит взрыв. И вот за счет кумулятивной струи днище проламывается или прожигается и поражает экипаж избыточным давлением и осколками металла. А для советских танков, мы с вами разбирали уже эти нюансы, для советских танков, у которых боеукладка находится либо под днищем башни, либо вокруг башни, но ближе к днищу, то есть она на погоне башни стоит, у самого днища. Это фактически равняется катастрофе. Наезд на противоднищевую мину, точнее не наезд, а касание противоднищевой мины или подрыв на противоднищевой мине равняется для танка катастрофе. А наезд на противотанковую мину просто выводит из строя ходовую часть танка, и танк обездвиживается. Дальше его использование может быть только в качестве стационарного объекта в виде пушки мощной. Но при этом он стоит на поле боя и его очень легко поразить. Его может поразить даже артиллерия с закрытых огневых позиций, потому что он неподвижная цель.
Вот попасть под движущийся танк для артиллерии практически невозможно. Вероятность очень низкая. А здесь в неподвижный танк довольно высок. Вопрос. Кумулятивный эффект поражения. Как я помню, поправьте меня, если я не прав, достигается особой конфигурацией зарядов, фокусирующей тонкую струю с огромной температурой и давлением, пробивающую все на своем пути при взрыве, непосредственно при физическом контакте. А чем достигается плазменный эффект поражения в джевелинах? Как видно на многих видео, взрыв происходит в нескольких метрах сверху и пробивает башню танка. Хоть и в самом слабом месте, но все-таки броне. Ну, метров это вы как бы сильно много взяли. Он происходит буквально в метре. Дело в том, что здесь тандемный заряд. На таких, как Джевелин и Энлау, установлен тандемный заряд. Первый заряд подрывается и сносит защиту, активную защиту, которая установлена на танке, если она есть. Вот. А уже основной заряд кумулятивный, за счет того, что он имеет большее расстояние, он формирует более длинную струю. И по мере приближения взрыва или эпицентра взрыва к броне, эта струя усиливается. Там применяются более современные взрывчатые вещества, которые и формируют вот эту струю, похожую на луч плазмы, который прожигает броню и создает в середине повышенное давление. Эффект, в принципе, такой же, как от кумулятивного снаряда, но более сильнее, чем от кумулятивного заряда. Вот. А за счет тандемности головной части, то есть два заряда стоит в головной части. Первый сносит защиту, а второй уже пробивает саму броню. А за счет большего расстояния от брони, подрыва этого заряда и формирования струи, то нагрев происходит более эффективно и с большим усилием по мере приближения эпицентра взрыва к самой броне. Вот так вот примерно работает Джевелин на броне танков. Тем более, что он может выбирать, он, кстати, может и в лоб, ну, как бы горизонтально поражать танк. Там в зависимости от того, как оператор выберет, какой режим выберет. Он может делать горку, верхнюю полусферу ударить, и может идти прямо на танк, то есть параллельно земле, и атаковать его, ну, что говорится, в лоб. У него бронепробиваемость очень, за счет тандемного заряда очень высокая. Кстати, тандемный заряд сейчас применяется практически везде, на всех более-менее новых или модернизированных противотанковых ракетных комплексах. Объясните, пожалуйста, за счет чего происходит пробой брони урановым снарядом? И из-за твердости самого металла или мощности разрыва? Дело в том, что в боеприпасах с объединенным ураном нету никакого взрывчатого вещества. Ничего. Это там болванка, железная болванка с вот этим урановым стержнем. Вот. Или стержнем с объединенным ураном, так правильно сказать. За счет плотности металла она просто крошит броню. Это вот можно сравнить то место, куда попадает этот стержень с объединенным ураном. Можно сравнить, например, ударом молотка по хрустальной вазе. Вот вместе удара молотка хрустальная ваза разбивается, ну она вообще разрушается, но вместе удара молотка она разбивается просто в мелкие брызги. Вот, тот же самый эффект происходит с броней, когда в него впивается вот этот сердечник с объединенным ураном. За счет плотности металла и за счет высочайшей кинетической энергии снаряда, который находится на излете, и скорость его может достигать больше 1000 метров в секунду. Вот. Он фактически разбивает броню как стекло. И за счет вот этого пробития он поражает осколками, поражает внутри танка экипаж. Прокомментируйте, пожалуйста, попадание по аэродрому в Мелитополе.
Как по мне, ближайшее расстояние до вооруженных сил Украины 124 километра. Как-то странно получается. Вроде таких дальних ракет нет, а прилеты есть. И еще, удары по Крыму в САКах летом. Там вообще было 300 километров до наших позиций. Впечатление, что ракеты дальние есть, но в ВСУ о них не говорят. Спасибо и привет из Ирландии. Слава Украине. Смотрите, дело в том, что тут два варианта может быть. Ну, мы можем с вами пофантазировать на эту тему, потому что действительно официальных данных никаких по видам боеприпасов, которые там применялись, официальных данных никаких нет. Первый вариант, самый, который сразу же приходит в голову, это использование беспилотников советского образца, типа Рейс-141 или Стриж, вот, которые были замечены ранее. Они у нас есть на вооружении, мы могли их модернизировать и применить для атаки на эти... Там довольно большая головная часть, большой заряд, практически та же самая крылатая ракета. Получается, при определенной доработке этого беспилотника, а при наших умельцах это можно сделать довольно быстро. Вот. Так что вариант номер один – беспилотник типа Рейс-141. Второй вариант – это ракеты с дальностью пуска до 200 километров. 300 у нас точно нету. Вот по САКам я... Там надо посмотреть, что-то вы очень, очень далеко взяли 300 километров. С Николаевской области там намного меньше. Вот. Могли быть ракеты «Нептун» или «Гарпун». То есть противокорабельные ракеты, адаптированные для пусков по наземным целям. Вот это могло быть. Вопрос, почему? Потому что гарпуны у нас, это британская ракета, а гарпуны у нас стоят на боевом дежурстве с лета. Вот помните, да, когда после потопления крейсера «Москва» они заступили на боевое дежурство. И с тех пор вопрос высадки морского десанта и вообще захода российских кораблей в северо-западную часть акватории Черного моря отпал. Вот. И я вам неоднократно говорил, что российские корабли там жмутся возле мыса Фиолент, дальше они боятся заходить, потому что попадают в зону поражения этого комплекса. Вот. А вот те радиолокационные станции, которые были на платформах, на так называемых вышках Бойко, вот, они были уничтожены с помощью нашей авиации, тоже с помощью ударов вот этих ракетных комплексов. Так что вариант номер два, ракетный комплекс, противокорабельный ракетный комплекс, либо «Нептун», либо «Гарпун», адаптированный для стрельбы по наземным целям. Ну, опять же, наши варианты, наши с вами предположения, тут никто не может претендовать на истину, кроме Генерального штаба. Когда они нам сочтут нужным, я думаю, они нам расскажут, чем они доставали до таких объектов, как позиция, точнее, как аэродром в Мелитополе или аэродром в САКах. Здравствуйте, почему тяжело остановить штурм взвода двух? Волновой штурм рассчитан на истощение. Я вам объясню, почему тяжело остановить. Потому что когда наступает взвод или два взвода, то есть плотность цепи становится намного меньше. И они бегут, если бегут они обученные, бегут не напрямую, не в лоб и не в полный рост, а пригибаясь и петляя из стороны в сторону, то в этом случае, допустим, пулеметный огонь становится неэффективным. Надо вести прицельный огонь из стрелкового оружия индивидуально каждым солдатом, потому что пулемет при такой интенсивной стрельбе дает очень большое рассеивание. Плюс довольно быстро нагревается ствол пулемета при интенсивной стрельбе, и пулемет начинает, что называется, плеваться. То есть пуля плавится в стволе и падает в 30-40 метрах перед стволом пулемета. Надо охлаждать ствол или менять ствол. Некоторые пулеметы имеют сменные стволы, которые снимаются очень легко. Когда-то, ну, в мирное время использовали укупорку от танковых выстрелов, наполняли ее ружейным маслом
И при интенсивной стрельбе, вот когда тренируют пулеметчика, проводят занятия, снимается ствол и опускается вот в этот купорку с маслом. Оно как стальное ведро большое. Так вот, масло кипит от одного ствола, хотя в этом ведре где-то литров 20-25 масла. Оно просто закипает, так раскаляется ствол пулемета. Вторым стреляет, потом стволы меняет, протирает и меняет. Вот. Но плотность огня, разлет пуль, разброс пуль огромный. И поэтому надо применять минометы, вот то, о чем я говорю, не только я, многие говорят. Причем любого калибра. От 60 мм взводный миномет, допустим, в американской армии, 80-миллиметровый миномет, ну, 82-миллиметровый миномет, ротный, тоже 120-полковой миномет, любой миномет. Почему? Потому что радиус поражения осколков, ну, 120-миллиметрового миномета может достигать до 400 метров. Вот он косит пехоту как косой, наступающую пехоту противника. Вот. А уже пулеметный, вот поэтому очень сложно. И получается, что даже если ты с пулемета, при хорошей обученности пулеметчика самого, даже если ты с пулемета положил, а вот было где-то в ноябре месяце, когда шли интенсивные бои в районе Солидара, когда там вагнеровцы атаковали вот эти волновые штурмы один за другим, волна атаки, да, и рассказывали наши военные такой факт, что, допустим, последнего бегущего атакующего пулемет срезал в 5 метрах от окопа, нашего окопа. То есть, понимаете, да, они практически успевали добежать до наших окопов. И получалось следующее. Хорошо, атака окончилась, но и боеприпасы окончились. Надо что сделать? Надо перезарядить ленты. А уже идет вторая волна. И что делать? Чем стрелять? Вот в этом огромная проблема. Ты не успел положить первую волну атаки, уже поднимается вторая волна атаки. Следующие 30 человек, следующий взвод поднимается в атаку и идет наступать. Этот не добили, следующий поднимается. И в результате ты просто физически не успеваешь их уничтожить, врага, в таком количестве. Вот таким образом, ну, это опыт 42-й мировой войны. Так Советский Союз, так Жуков брал высоты. Как Высоцкий говорил, нам говорили, нужна высота и не жалеть патрона. Вот покатилась вторая звезда, вам на погоны. То есть кому-то звезда на погоны, а кому-то склон высоты, усеянный телами убитых солдат. Вот такие волновые штурмы, это очень опасная вещь. И тут без артиллерии просто никак нельзя. Кстати, именно для борьбы с такими волновыми штурмами были изобретены снаряды с картечью. С убойными элементами, которые установка на картечь, то есть после вылета с канала ствола этот снаряд раскрывается, и ну, в 122-миллиметровом снаряде 6000 элементов вот этих убойных элементов. Но они запрещены Женевской конвенцией, у нас таких боеприпасов нету, у россиян такие боеприпасы есть, они против наших солдат их применяют. Были фотографии, где наши бойцы держали этот убойный элемент на ладони, то есть после боя. Вот таким вот образом, то есть я хочу подчеркнуть, насколько тяжело бороться с волновыми штурмами. И когда генеральный штаб в своей сводке говорит, или там кто-то из пресс-офицеров генштаба говорит, что до 50 атак в сутки, то остановить это все, это ну, неимоверные усилия со стороны наших бойцов. В прошлом выпуске затронули тему, как влияет радиация на человека в Чернобыле, рыжий лес. А каким образом там выживают редкие виды животных, таких как олени, самы в Припяти, с размером с кабанов. Спасибо за ответ, слава Украине. Дело в том, что копать не надо. Вот в чем как бы главная проблема. Сейчас в Чернобыльской зоне радионуклиды ушли на какую-то определенную глубину. Вот эти частицы радиации, они уходят с осадками, постепенно уходят в грунт. В грунт, в воде они оседают на дно, уходят в ил и глубже, глубже, глубже. И не дожидаясь полураспада, период полураспада урана 160 лет,
Вот. Не дожидаясь полураспада, они постепенно уходят в глубину почвы. А сверху на почве фон радиоактивный выравнивается и становится естественным. И сейчас вот в Чернобыльской зоне природа просто вернулась в свое первобытное состояние. То есть дикой природы, где царят ее законы, флора и фауна прекрасно развиваются. Человек не вмешивается в эти процессы, идет естественный отбор, выживают сильнейшие и там хитрейшие и быстрейшие, ну так образно говоря. И, кстати, у нас даже экскурсии были до войны, были экскурсии в Чернобыльскую зону, показывали. Можно было съездить, посмотреть на Славутич, там, на Припять там, и так далее. На вот эти вот леса с этими лосями и кабанами. Говорят, даже уже медведя видели, буквально вот позапрошлом году, перед войной, были сообщения, что даже какие-то мишки там забрели. Откуда они там взялись, трудно сказать. Но тем не менее, факт такой был. Но ни в коем случае нельзя копать землю. Понимаете? То есть они вырыли окоп, каков полный профиль, где-то метр-метр двадцать, в зависимости там роется. Вот на этой глубине оказались слой вот этих радионуклидов, которые опустились в почву. Они его подняли на поверхность. Бруствер. То есть земля, вынятая с этой глубины, лежит сверху на бруствере, и солдат на нее опирается, когда занимает оборону. Ну и сам он находится как в радиоактивном мешке, то есть стенки окопа на какой-то определенной глубине уже излучает радиоактивность. И он сидит в этом окопе, как в мешке, вот, как будто получает процедуру по облучению своего организма. Вот в этом как бы главная проблема была. Того, что они тронули почву, они рыли углубление, чего крайне делать нельзя. Какое круговое вероятное отклонение у ствольной артиллерии считается допустимым при стрельбе неуправляемыми снарядами? То есть в границе какого района 5 на 5, 10 на 10 метров нужно попасть, чтобы можно было сказать, что артиллерия бьет точно. Для артиллерийских систем не существует кругового вот такого параметра кругового отклонения. Есть отклонение по дальности и направлению, так, ВВ и ВД, такие два параметра, но эти параметры переменные, они высчитываются в зависимости от заряда и от дальности стрельбы. Они зависят. И от типа боеприпаса. Открываешь таблицу стрельбы, самые последние параметры это отклонение от точки прицеливания в ВД и ВБ. Чем дальше ты стреляешь, тем оно больше. Артиллерия оценивается по теории вероятности. То есть у тебя есть точка прицеливания, координаты которые точно известны. И вот когда ты начинаешь вести огонь, с учетом всех метеопоправок, там, баллистических поправок, которые ты посчитал, просуммировал, ввел в топографические данные, то есть в дальность и до ворот, у тебя получились исчисленные данные, которые теоретически или математически должны обеспечить тебе попадание в эту точку, которую ты определил. И ты начинаешь вести огонь. А дальше работает теория вероятности. Чем больше выстрелов ты делаешь, тем больше у тебя образовывается эллипс рассеивания вокруг этой точки. И вот попадание в этот эллипс рассеивания и считается прицельным огнем артиллерии, если она ложится. Самое дальнее отклонение берется вот в эти параметры и записывается в таблицу стрельбы. Таблица стрельбы может составляться двумя способами. Либо практическим отстрелом в Советском Союзе. Под городом Ленинградом на полигоне в Луге был институт, научный институт артиллерии, он был при академии имени Калинина, была такая академия в Ленинграде советская. Вот. Там был полигон, который был специально расчерчен, размечен с точностью до сантиметра, и там производился отстрел таблиц стрельбы. То есть брали орудия и практически отстреливали таблицы стрельбы. А сегодня такого не делается, потому что это долго и большой расход боеприпасов и моторесурсов для орудий. Вот, это делается математически.
Но в любом случае точность артиллерии оценивается на основе теории вероятности по эллипсу рассеивания. Эллипс определяет два параметра – по дальности и по направлению. Так. Але наразі маю наступне питання. Чому на полі бою не використовуються автоматичні та напівавтоматичні та дистанційні стаціонарні турелі із стрілковою зброєю? Розробка таких речей починалася ще з 2014 року, але ні разу не чув, щоб їх застосовували. Хіба до прикладу вони не допомагали б при захисті? Дякую. Да ви що, у нас... С 2014 года, как начали производить станки, в том числе и турильные. Турильный станок – это когда пулемет может подниматься на большие углы возвышения и вращается на 360 там, или на 180 градусов относительно своей оси. Турильные пулеметы применяются повсеместно. Посмотрите, у нас сегодня все мобильные группы по борьбе с шахедами, все на турилях. Все абсолютно. Иногда в городе можно встретить пикапы с турилями в кузове. То есть это видел на блокпостах турили в стране. Так что туриль это сегодня пулемет для пулемета. Это абсолютно обыденное явление. Я не знаю, делается, закупает ли их Министерство обороны как бы в промышленном масштабе. Но я знаю, что волонтерские группы, разные там фонды, которые помогают, клепают их в гаражах и в мастерских и везут для наших бойцов. И у бойцов в турили это не проблема. Вопрос. В ваших текстах встречается понятие армейская и фронтовая. Техника, авиация. Поясните, пожалуйста, разницу. Огромное спасибо за информацию. Ну, насчет техники армейская и фронтовая, это самое, вряд ли появляется. Вы, скорее всего, имели в виду авиация. Разница в предназначении и разница в дальности применения, точнее, в глубине применения. Потому что, когда идет речь о противнике, мы говорим о глубине обороны противника. Так вот, армейская авиация, она работает по переднему краю. Это вертолеты огневой поддержки и это штурмовики типа Су-25. Вот это армейская авиация. И поэтому, когда вот вам говорят, ну, у нас уже все специалисты, все эксперты военные, мы всей страной уже разбираемся в военном деле лучше, наверное, чем в кулинарном. Так вот, вы должны знать, что когда говорят армейская, значит, это имеется в виду передний край обороны противника. Максимум на глубину там, батальонного района обороны. То есть до где-то там 2-5 километров. Если говорят фронтовая авиация, значит это глубина 100-150 до 200 километров. Вот допустим фронтовой бомбардировщик Су-24 или Су-34, да, у наших врагов. Ну у нас 24-ка тоже есть Су-24. Вот. Это фронтовой бомбардировщик. У него боевой радиус использования до 200 километров. То есть он может на 200 километров углубиться на территорию противника или в территорию противника, или, допустим, в оккупированную территорию, отбомбиться и вернуться. Но это в теории. Я не беру сейчас, вы скажете, там и ПВО, и там, да, это все само собой. Но сам факт, что фронтовая подразумевает глубину фронта, то есть это до 200 километров. А есть еще стратегическое. Стратегическое это уже от там, 500 и далее вот, километров. Или до нескольких тысяч километров. Вот, Ту-22М3, который пускает ракету Х-22, крылатую. Вот у него несколько тысяч километров. Ту-95, который выпускает ракеты Х-101 или Х-555, у него несколько тысяч. Это стратегия, это стратегическая авиация, вот, стратегические бомбардировщики. Вот такая вот разница. Армейская передний край, фронтовая это глубина до 200 километров. И фронтовая это бомберы, штурмовики не ходят так далеко, у них очень близкий радиус действия.
Истребительная авиация – это совсем другая категория. Они ведут воздушный бой, но истребительная авиация может сопровождать фронтовую авиацию. То есть, когда бомбардировщики идут на боевое задание, истребители могут их сопровождать для прикрытия в воздухе от истребителей противника. Следующее. Поясните, пожалуйста, русские атаковали Днепропетровскую область чем-то похожим на китайские фонарики или воздушные шары. Что это за суперсекретное оружие, чем оно опасно, какой заряд несет и самое главное, чем эта штука управляется и за счет чего летит. Они атаковали зондами. Это метеозонды, они могут вообще ничего, мы не знаем, что они там привязали к этим зондам, но действительно в Днепре, в Днепропетровской области вчера было зафиксировано вот такое явление, как воздушные шары. Они запустили эту кучу зондов для того, чтобы перегрузить нашу систему ПВО, чтобы ПВО начало работать по этим зондам. Вот. Но дело в том, что проблема в том, что ПВО не видит эти зонды. Они в радиолокационном отношении они прозрачны. И РЛС их не видит. Их видит только тактические средства, там, где идет визуальное, ну, оптико-электронное этот самый, изображение или визуальное наблюдение. Вот. Поэтому и в принципе, но это как бы для противника это была основная задача, чтобы наше ПВО, особенно тактическое звено, быстро кинулось сбивать эти шары. А в это время, пока ПВО занято сбитием этих шаров, армейская авиация, вот мы с вами уже применяем этот термин, армейская авиация работала по переднему краю наших войск. И при этом средства ПВО не успевали бы отвлечься на российскую армейскую авиацию. Вот что и было применено. На сегодняшний день я не встретил информации о том, что там к этим шарам были привязаны какие-то взрывчатые вещества. Сам факт их применения, да, он освещен в прессе, в открытых источниках, и да, действительно, он имел место быть. Основная цель или задача загрузить или перегрузить нашу ПВО, чтобы она не отвлекалась на российские самолеты. Ну что ж, вот вопросную часть мы на этом с вами сегодня закончим. И у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы написали к предыдущим видео. Вот, и первым таким комментарием будет следующий. Ну, кстати, вот очень хорошо. Я всегда радуюсь, когда вы пишете ответную связь. Она очень быстрая и она очень полезная. Вот написали, я так понимаю, из Молдовы. Олег, вы не правы по поводу показа российской пропаганды. У нас она запрещена и у нас недавно закрыли даже 3 молдавских канала, которые не хотели освещать войну, а просто отмалчивались и не доносили до своих телезрителей, что Россия напала на Украину. По поводу правительства, Россия не будет иметь влияния на новое правительство, потому что оно будет выбрано проевропейским большинством в парламенте. Упомяните, пожалуйста, это в вашем эфире, чтобы украинцы и остальные зрители не были дезинформированы по поводу Молдовы. Слава Украине! Ну вот видите, как всегда, из первых уст местного обывателя информация самая свежайшая и самая достоверная. Очень, очень хорошо, что так. Ну, я так понимаю, что не может все правительство быть избрано парламентским большинством. Все равно какие-то, для того, чтобы согласовать, какие-то портфели будут отданы оппозиции. Так обычно устроен демократический раздел. В демократии так делят министерские портфели. Что-то и отдают и оппозиции. Поэтому, но большинство, да, я понимаю, что правительство будет проевропейское. Дай Бог. И еще один тоже из Молдовы. Добрый день. В Молдове проевропейцы, проукраинские. Силы в парламенте республики имеют абсолютное большинство, 63%. Президент, правительство и премьер-министр исключительно проевропейцы и проукраинцы. В республике уже много месяцев не вещают пропагандистские каналы и передачи. Да, у нас есть
миноритарные этнические группы, которые симпатизируют Россию. Это гагаузы, русские и другие. Но их плюс-минус 20% от общей массы страны. Из всех моих друзей и знакомых не знаю ни одного, который поддерживает Россию. Пророссийские партии навряд ли победят в ближайшее будущее на выборах, потому как значительное количество населения, которое мигрировало в западные страны на ПМЖ, сможет проголосовать и в электронном виде, онлайн. И это будет решающим фактором в победе проевропейских партий. Желаем вам здоровья и скорейшей перемоги. Вот такая вот еще одна из Молдовы. Є таке важливе тактичне питання в відношенні міста Старобільськ. Коли Збройні сили України візьмуть місто Сватове і почнуть просування на Старобільськ, може бути проблема з мостом через річку Айдар в село Підгорівка. Єдиний міст, який може витримати важку техніку. Не стане на заваді річка для заходу в місто. Можливо, краще було б зайняти Новий Айдар, а вже з нього просуватися на Старобільськ. Та щастя в двох напрямках. Щастя тут мається, ну, имеется в виду, это населенный пункт. Спасибо за ваш комментарий. Я надеюсь, что если кто-то нас слушает из близких к генеральному штабу, они это дело учтут, если уже не учли. Но все равно спасибо вам за совет. Президент Ирана Ибрагим Раиси 14-16 февраля приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Западные СМИ пишут, что визит свидетельствует об укреплении связи между двумя странами по мере эскалации напряженности в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Но это, в принципе, не удивительно, и для наших политологов, как я посмотрел, это было ожидаемо. Почему? Потому что, ну, всегда старается искать союзников. Кто может быть как друг моего, враг моего врага, мой друг. Вот Китай действует именно по такому принципу. Они видят, что у Ирана серьезное противостояние с Соединенными Штатами, с Израилем, вообще со странами Ближнего Востока. Поэтому что Китай решил пообщаться с Ираном напрямую на уровне первых лиц, для того, чтобы понять позицию друг друга. Я думаю, что они будут, если они найдут общий язык и точки соприкосновения, то, скорее всего, они будут формировать некую коалицию. Будет ли там участвовать Россия на равных, или Россия будет, как всегда, придатком, ну, как Китай, я думаю, что вряд ли Россия будет на равных там участвовать, потому что Китай видит в России сырьевой придаток, который, ну, дойную корову, которую можно доить практически за 3 копейки. Что он и будет делать? Ни в коем случае Китай не будет поднимать роль и значимость России для того, чтобы потом не платить большую цену, чем он может заплатить сегодня за, допустим, российское сырье или за российские товары. То оружие, которое Украина может изготавливать сама, они и должны изготавливать, но в идеале Украина должна стать страной-фабрикой по производству оружия, как Китай, страна-фабрика по производству мирной продукции. Ну почему мирной? Китай, посмотрите, за 4 года Китай перевооружил свою армию, 100% перевооружил. У них в общей сложности под ружьем в различных силовых структурах где-то 7,5 миллионов человек. Представляете, 7,5 миллионов, если только автоматы, а к каждому автомату, допустим, по 180-210 патронов боекомплект. Представляете, сколько? А сколько надо еще заложить на хранение? Там фабрика по производству всего, я бы так сказал, в Китае. Вот массовость производства Китая, она просто поражает. Гибкость его экономики, она просто зашкаливает. Поэтому да, Украина в данном случае действительно может стать оружейным хабом. Это было бы очень хорошо, чтобы мы стали оружейным хабом. Почему? Потому что у нас удобно, я уже рассказывал об этом, что мы же находимся, мы пуп земли, мы пуп Европы точнее. Мы центр и географический, и сегодня мы политический центр Европы. И у нас из варягов греки и большой шелковый путь. У нас перекрестки всех дорог. От нас везти можно в любой конец, и это будет стоить не так дорого, и это будет практически одинаково. Поэтому да, вариант, и я думаю, что именно поэтому западные промышленники уже там где-то топчутся у порога нашего кабинета министров, Франция, Германия, Великобритания, для того, чтобы войти сюда со своими инвестициями, построить здесь маленький танковый заводик,
клепать те же самые пантеры и леопарды, как немцы предлагают, и продавать их потихонечку в те страны, которые сегодня Ближний Восток за нефть будет, за нефтедоллары будет покупать любые виды вооружения, только бы себя обезопасить. А еще глядя на нашу войну. Добрый день. Да, в Бремерхавен. Бремерхафен. Вот так, если вы имеете в виду немецкий город, то Бремерхафен. Пришел автомобилевоз, я так понимаю, пароход, да, с техникой для Украины. Я его видел своими глазами. Стою недалеко от него на другом причале. Ну, спасибо, это вообще бальзам на сердце. Предложение Германии и Британии в плане строительства оружейных заводов подает надежду. А вы думали, нам наш пирожок уже многие готовы тут поучаствовать в его дележе. Литва Клайпеда. Слава Украине, слава вооруженным силам Украины и всему украинскому народу. Спасибо вам за информацию. Скорейшей победы Украине. Желаю от этого кошмара. Вот такое вот пожелание. Хоч я и на фронте, но повную информацию не володію. Дякую за ваше відео. Дякувати Ілону за Старлін. Хоч є, як зв'язатися періодично з рідними. Вірте в нас, перемоги нам. Слава Україні. Ну, кстати, да, я не знаю, там, наскільки вони відповідають дійсності, і, може, це політичний піар, або якісь политические игрища по поводу Старлинка, да, но за последние там двое суток всех, кого я опрашивал, вот, кого я знаю, все сказали, что Старлинк работает, проблем никаких нету, и они используют его для связи, вот так скажем. Вот. Какой и куда, этого никто не уточнял. Но Старлинки работают. Вот человек пишет с фронта, еще раз это подтверждает. Ну что ж, на этом мы будем с вами на сегодняшний день заканчивать. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю, кто не подписан, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. Если оно вам понравилось, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну, отдельные слова благодарности надо сказать спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Благодаря вашей помощи есть возможность записывать эти ролики и доносить до вас эту информацию. Ну, а мы с вами продолжаем верить Збройним силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине!